Доброго времени суток, дорогие друзья, с вами Зео Геймер. Мы сегодня начинаем замечательное прохождение игрушки под названием Рейк. Я даже бы назвал так в шутку Рейк Купитман. Шутка. Короче, игрушка Рейк основана на реальных событиях. То есть вполне возможно. Что ж, давайте начнем. Я так... Вот так вот и выглядит Рейк, ребятки. Я вернулся. Мы за вами загрузились, возьмем оружие. Давайте, бери, ёбаный свет. Вот это нам с вами, в принципе, одна хватит. Тут что у нас? Патроны. Правильно? Возьмем с вами. Блять. Не-не-не, skip day нам не надо. Мы еще с вами камеры не поставили. Давайте дохера камер. А тут, наверное, какой-то планшет. А что это такое? Бери ты, блять. Долбоёб. Еще камера. Отлично. 32 патрона. Что ж, пойдемте выйдем. О-хо-хо. Неплохо. Так, что это за хуйня? Ты чё, блядь? Побежал, блядь, придурок. Так. Это, я так понял, прикормка, да? Давайте возьмем. Пригодится. Нам все пригодится. Так. А вот сюда, я так понял, можно камеры ставить, да? Цель игры, в общем, найти и увидеть Рейка и прикончить его. Так, как взять-то камеру? А, вот. Отлично. Опа. Пойдемте дальше. Блять, свинья ебаная. Скотина. Побежал, блять. Пойдемте с вами. Ух, не нравится мне это, ребятки. Стрёмная хуй-то. Блядь. Чё это за хуй-то, а? Чё вы так пугаете? Вы чё, блядь, ёбу дали, что ли? Так, давайте поставим камеру. Блядь, да где эта ебаная камера? Еще одна. Да не прикормку. Кстати, мы, в принципе, можем вот это сделать. Оп. Покушать. Так, ну как эти камеры-то беру? А, вот, отлично. Так. Как взять карту-то посмотреть? Ага, во. Давайте посмотрим, вот мы с вами где. А нам надо... В принципе, можем дальше пройти. Потом у нас 27, я так понял, минут игрового времени. А так 27 часов. Так, а что такое? Зачем оружие взять? Ты что-то видишь? Да нет, вроде все в порядке. Чё ты нервничаешь, друг мой? Блядь, что это было? Или это мне показалось? А, блядь, это свиньи ебаные. Ребят, я прям чуть не обосрался сейчас. Так, давайте посмотрим. Может, можно бинокль. Прекрасно. Ну, как им пользоваться-то? А, вот. Прекрасно. То есть можно с помощью бинокля что-то заметить, найти. Вот карта наша. На М. Все понял. Давайте-ка. Так, это кабан. О, ось! Оленята! Оленята! Олег Брейн. О, камера. Отлично. Давайте поставим камеру. Да ебать, да бери камеру-то, еб... О, господи, ребятки. Камеру он не может взять. Поставь эту ебаную камеру. Я так понял, а здесь хрюшки кушают. Правильно? Правильно? Свинтус. Да я с тобой побегаю. Иди ко мне, мой дорогой свинь. Поросеночек. Друзья, какой же... Сейчас, наверное, меня смотрите и думаете, что за херню я несу, да? Понимаете, вроде бы графика в игре не очень, но сама атмосфера игры... Атмосфера здесь, конечно же, на наивысшем уровне. Так. Блять! Сука! Фух! Что ж ты так пугаешь, ты ебаный олень? О, да, бывает. Давайте поставим камеру. Так, бери камеру, твою мать. Так, сколько мы еще с вами можем камер поставить? Так понял, это тоже прикормка, да? Ну да, прикормка. Мы с вами что-то далеко, давайте лучше
ближе к лагерю пойдем. Что-то мне как-то не хочется дальше идти, потому что мало ли, что может этот тварь появится. Давайте бежим с вами. Потому что в жизни все бывает, согласны? Просто все. Больно страшно как-то. Можно, в принципе, сейчас мы поближе к вашему домику, к нашему, да, подбежим. И это, красиво. Красота. Давайте вот здесь где-нибудь поближе к дому поставим. Разнобойно. Да беги ты, блядь, один лес ебаный. Так, свинья. Поросёночек. Только и умеешь мычать. То есть вот такие вот пироги, ребятки. Давайте пока первую ночь переждем, а потом уже пойдем с вами потихоньку. Так, вон там наш лагерь. Потому что, видимо, больше камер мы с вами не можем, наверное, да? По-моему, 5 штук всего можно их поставить. А давайте попробуем, сейчас бегаем. Давай, беги, блядь. Бледина ёбаная. Беги, ебёныч. А, мы уже пропустили, тихо. Где это? Вы видите камеру? А я что-то нет. Вот она. Бери камеру-то, ёб твою мать. Да не фит. Кормить нам... Да, можете всего лишь 5 камер поставить. Ну ладно, ребятки. Мы все тут посмотрели. Можно вот... Опа, сюда залезть. Ой, что за звук? Прям кого-то кто-то... Бум. Ну-ка, прыгать можно? Нет? Да вы чё? А, во, кстати, прицел. На альт. А на стрел. Только не говорит, что я сейчас стрелять буду из стрел. Ёб твою мать. Охуенно. Ну так... Я думаю, мы, ребят, мы можем с вами зайти в домик пока что и посмотреть, как выглядит тварь. В принципе, блядь, мне аж страшно становится, ребят. Реально. Так, это поросеночек. Зеркало разбивается? Разбивается, блядь, зачем мы его разбили, ребят? Мы придурки. Спугнули животное бедное. Ох, подождите, мы можем кабинку посмотреть? Тихо. А, не, мы не можем не запрыгнуть, ничего. Блин, я бы свалил бы. Зачем ты вообще сюда приехал, чувак? Вали отсюда нафиг. Нам не надо вот... Это ж ужас, что может произойти. Ну что ж, ребятки, вы готовы узреть страх божий? И вообще, я не знаю, как это еще назвать. Просто ужас. Давайте узреем. Ночь. Ребятки, ночь на дворе, узрейте страх. Ха-ха-ха-ха. Вот мы с вами вышли, и сейчас ночь. Какой кошмар, зачем мы с вами вообще? А, что это? Блять. Ну, тоже, кажется, какие-то разводы появились на экране. Что за херня? Ну, ладно, пойдемте. А, нет, давайте сначала позырим. Подождите. Давайте вернемся, позырим. Слушай, мне не нравится, какие-то в игре разводы появились. Реально. Так, закрывай эту дверь ебаную. Хуйня это. Закрывай ты, блядь! Давайте узреем. Нажмем на телевизор. Смотрим. Так. Четвертая камера движения. Кабан ебаный. Ну, с кабаном-то все нормально. Ладно, это спокойно. Так. Это у нас лагерь. Вторая камера. Вроде бы все спокойно, ребятки. Пока все спокойно. Так. Первая камера. Что такое? Блядь, меня аж трясет, ребятки, вы не представляете. Первая камера, да что на ней такого-то? Ну, а что это за свет? Нет, все нормально. Четвертая. Блядь! Ёб твою мать, что это было, ребятки? Оооо, что это, блядь? Да нахуй. Я чуть не обосрался. Это Рейк? Или кто? Первая камера.
Он вырубил нам пятую камеру. Да-да-да, я вижу все. Пока все хорошо. Четвертая тоже. В порядке, третья. Ага. А, блядь! Фу, нифига себе! Бля, не, ребят, я что-то стремаюсь. Какой кошмар, ребята. Вы сами только что это видели. Где тварь мне камеры вырубила, мразь какая, а? Где ж ты? Ходи, блядь. Ходи, сказал тебе. Просто даже интересно становится. Неужели он настолько быстро их берет и вырубает? Вот прям слышно даже, вы сами слышали, что шаги были. Он бежит и вырубает камеру. Так, давайте запремся. Открывай. Молодец. Ну что там? Три камеры, ребят. Вот пойми ты его, что он будет делать дальше. Либо он сейчас все остальные камеры вынесет. Это будет пипец. Бля, ребят, как же я сейчас трясусь, вы не представляете. Это, ну это реально вот... Это одна из самых страшных игр, которые я вообще в своей жизни играл. Вот реально это капец. Меня прям трясет. Первая камера. Только не говорите, что он будет здесь. Если он будет здесь, я вообще не выйду из этого сарая ебаного. Что мне эта первая камера? Что здесь такого? Движение, потому что здесь я нахожусь. Блять. Только не говорите, что это он. Блять, кабан. О, камера, кабан. Кабан с камерой, тихо. Это то, что нам нужно, ребята. Берем быстрей. Да ты открывай, блять. Иди сюда, мой дорогой. Ну иди сюда! А, боже. А мы его пока не можем, что ли? Ну ладно. Я-то думал, можно. Как же все-таки стрёмно, ребята. Блядь, пиздец какой, а. Реально стрёмная игрушка. Так, давай, закрывай. Вот, молодец. Какой кошмар, ребят. Там ходит. Кабан ебаный. О, давай, иди, иди, я за тобой послежу. Вот он идет. Куда он пойдет? Он зашел сюда. Отлично. Запираем его. Так, берем камеру. Прицепляем к нему нахер. Ну давай, еба. О, отлично. Теперь у нас, ребятки, кабанчик с камерой. Бля, да что ж за муть какая-то, а? У меня какая-то включена либо в игре настройка такая, что я все мутное вижу. А, вот четвертая камера, это у нас кабан, правильно? Отлично. А давайте его выпустим. Че, пусть гуляет. Фу, ребятки, не знаю, как вы, но я побоюсь играть в эту игру. Я, наверное, если вы хотите, я могу записать коп. Давай, беги, беги. Да вы не на меня-то, господи. Че он творит, ребят? Какой кошмар. Такого, блин, в такие игрушки надо не одному играть, потому что это пипец. Я, наверное, со своей девушкой буду играть. И то она будет тоже трястись от страха. Потому что, ребят, такая рожа страшная резко. Кошмар. Прям как Five Nights... ну да, Five Nights at Freddy, по-моему. Такая же игрушка. Можно будет... Да, не можно будет, а мы обязательно заснимем ее. Блин, я уже словами запутываюсь просто. Переплетаются слова от страха, от того, что вот тут сейчас эта хрень появится, и ты охуеешь просто перед камерой, первой камерой. Так, ну что наш кабан? Наш кабанчик тем временем медленно-медленно гуляет. Ладно, пусть гуляет. А первая камера продолжает нам что-то пытаться показать. Ну, нам это неинтересно. Здесь чисто. Третья чисто. Это чисто. Так, ну что ж, ребятки, давайте, что ли, можно? Нет? Жалко. Скипнуть мы не можем с вами. Первая камера. Ну что в этой первой камере, что здесь такого? Обновись. Ничего. Чё ты трясёшься-то?
мигаешь мне тут. Вот здесь реально может быть пиздец. Блять, кабан. Фу, ребят, мне прям в голову отдает мурашками. У меня по всему телу. Это какой-то кошмар. Я в такие игры не люблю вообще, в принципе, играть, потому что они очень страшные. С другом я спокойно. Кстати, в этой игре уже есть мультиплеер, и мы можем с вами сыграть. Ну, с Альфа Штормом, скорее всего, будем играть. Либо с Джек Рейном. Вы, наверное, его знаете. Мы обязательно сыграем. Но одно но тут есть, то что... Кстати, вам не кажется странно, почему камера так вибрирует? Как будто эта тварь где-то рядом. Он же инопланетянин, по идее, да? Правильно? Она... Какую-то вибрацию. Либо это все так должны быть. То есть какая-то аномальная у нас здесь зона. Правильно? Наш кабанчик идет. Давайте за ним последим. Первая камера. Фу, бля, я на секунду сейчас подумал, что эта тварь уже здесь. Кошмар. По идее, кабан идет. Только не говори, что ты возвращаешься. А, придурок, зачем ты возвращаешься? Я не хочу, чтобы ты возвращался, это кошмар. Опа, ребята. Что произошло? Что? Как он сам снял камеру? Не понял. Как с него сама снялась камера? Скажите мне. Она что, сломалась, что ли? Даже такой может быть. Что-то я первый раз в его Олега Брейна даже такого не было. Так, закрывайся. Смотрим. Не понял. А, ребята, вынес какую-то из трех камер. То есть четвертую. Видимо, какой-то глюк сработал, что типа кабана нашего прикончил. А на самом деле какую-то камеру. Подождите, давайте вспомним, какую именно. Здесь целая. Да, он снес камеру. Он уже скоро придет сюда, ребятки. Так что мы его будем ждать. Вынесет он, скорее всего, вторую камеру. Да. Вторая камера будет вынесена. Просто ее сейчас вынесет нахер. 20 минут. Че, мы не можем скипнуть день? Сделать день, нет? Пожалуйста, сделайте день. Не хочу этого, блин. Зачем я вообще в эту игру играю? Ну, кошмар. Давайте посмотрим. Первая камера. Спокойно. Вот что? Какое может быть движение? Мы, что ли, двигаемся? Поэтому она мигает. Кстати, по идее... А, нет, все равно. А может, мы можем сами... Ну как, давайте посмотрим. Нет, нельзя увеличивать камеру. Жалко. Что здесь такого? Что здесь может быть такого быть, чтобы ты моргал красным? Обычно, когда красный мигает, значит, еще какая-то херня происходит. А давайте кабана отпустим. Так, похуй. Ну и красный, и чё? Чё здесь такого? Давай, гуляй. Ари. Бля, я боюсь в лес идти, ребят, ночью. Но мы с вами можем рискнуть. Похуй. Сейчас он вылезет, мы его пиздой дам. Давай, выбегай, мудак. Нет, не выбежишь. Ну ладно, мы поставим камеру. А, мы... Она где-то тут и стоит, как бы. Ну ладно. Я знаю. Вот спорим, ребят, в таком подвосте. Он сейчас вылетит, когда мы пойдем в другую камеру поставить. Чуть дальше. Вот 100% он вылезет. Я вот уверен, ребят. Пойдемте туда сходим. Вот сюда. Давайте посмотрим бинокль. Хотя нет, стоять нельзя в этой игре. Это просто... Это самоубийство, ребят. По идее, вот даже если он вот эти камеры здесь вынесет, то есть вблизи, это будет вообще пиздец. Давай, заходи. Закрывай дверь с собой. Жмем. Смотрим. Первая камера цела. Подождите, а мы можем еще одну поставить где-нибудь поблизости? Ну-ка. Где М? М. М. Твою мать. Ну, М нажми ты, господи. А, не, ребятки, смотрите, какой в чем прикол. Если только далеко уходить, но я не хочу далеко уходить, потому что там что-то, ну, не очень приятное нас может ожидать. Первая камера. Есть движение. Скорее всего, возможно, если мне не подсказывает, то это, возможно, мы с вами, то, что мы двигаемся там в домике. Нас камера и замечает.
Фу, блядь, ну не пугай же ты меня так, такими шагами, тварь. Так, здесь все хорошо. Значит, этот Рейк, он дальше в лесу находится, правильно? Пока что. Ну, мне кажется, со второй ночи он уже, наверное, будет и к нашему дому сагриться. А это очень страшно будет, ребят. Поэтому, если я, конечно, засниму еще продолжение, я обязательно буду снимать эту игрушку, потому что все же любят страх, когда кто-то боится, орет. Потому что я ору очень сильно, вы это уже услышали. Блять, ну это так страшно, я вот... Вы знаете, я не очень хочу выходить дальше. Если вы будете мне писать в комментах, типа, продолжая игрушку снимать, я, конечно, буду вот туда ходить, в лес. В общем, чтобы охуевать просто. Смотрите, мы можем... В принципе, по идее, если мы с вами идем без фонарика, он, Рейк нас не видит, наверное. Я так думаю. То есть, этот фокус тоже работает, наверное. Блять, кто-то идет. Да ну нахуй! Блять! От свиньи испугался. Чтоб тебя, ёбаный свинь. Чё, камеру сняли? Не, пока все хорошо. Наша свинка идет. Где свинка наша? Стоит, смотрел, видимо, на дерево. Ну, он у нашего дома, твою мать, ходит. Ходит у нашего дома. Ну чё, этот день, вечер можно скипнуть? Нет? Ой, кошмар. Так, свинья наша вернулась, я правильно понял? Где там? Да, давай, беги, беги, нехуй тебе здесь делать. 15 минут. Долбанных 15 минут, ребят. Смотрим. В следующей серии я даже... Так, первая камера. Да, ебаный свин, ладно, похуй. Выходим. В следующей серии, ребятки, мы с вами посетим... вот сейчас, если вы видите, видите, много-много точек. Мы с вами пройдем вон к тому озеру, которое сейчас у меня на карте. Так, к озеру. Куда мы еще с вами пойдем? Мы с вами пройдем вот к той дальней, нижней, самой нижней на, вот в карте, если вы видите, нижнюю точку, самую-самую. Мы с вами пройдем туда. И пройдем он к тем две верхние самые... Ну, верхние точки. К ним пройдем. И вот к тому маленькому озеру, которое вы сейчас видите в левом верхнем углу. Вот к нему мы тоже пойдем. Сходим. Интересно. Просто посмотреть, что там происходит. Просто охереть, какая стрёмная игрушка, ребят. Реально. Очень стрёмная игрушка. Чего-то у нас Рейк притих. Без движений. Ну, я так понял, мы с вами поставили таким образом камеру, что... Так, этот пидор уже здесь, ладно, свин. Что Рейк... Ну, Рейк, да, на первом, мне кажется, первой ночи он не будет влезать к нам сюда, в голову. Вот там, пидор, заметил. Давай, давай, выбегай. Залагал немножко, но ничего, бывает. Так. Прекрасно. Смотрим дальше. Первая ёбаная камера. Ну нет же здесь никого. Чё ты мне показываешь? Пытаешься показать. Нету никого. Нету. Нету. Непонятно? Просто никого нету. Он мне ее показывает. Ну уж о чем еще можно сказать? Либо это глюк, ребятки, либо действительно что-то здесь происходит. Не так. Какая-то аномалия даже у нас в лагере. Ой, какой кошмар, ребята. Ну, скипайся, блядь. Не хочу, вы понимаете, не хочу я идти. Вот вы сейчас, наверное, говорите, да иди ты в этот лес уже. Иди, иди. Ну, блядь, тут такой пиздец, ребят. Страшно туда идти. Слушайте, а интересно, вот это вот... как вам сказать, прикормка, она привлекает этого Рейка? Давайте пробуем. Фиш. Просто вот сейчас вот столько рассыпем. Мне кажется, желательно было перед камерой, но... Интересно, вот куда-нибудь она пропадет? Или она не пропадет? Просто интересно.
Так, закрывай эту дверь. Смотрите, свинки-то идут. Подожди, это может наши свинки? Подождите. Так. Да, это наши свинки. Я потому что вижу свою камеру, он там вдалеке. Или это не четвертая? Так, ладно. Это свинья. Пока все хорошо. Хорошо, значит, никаких опасностей никаких нас не ожидает. В принципе, мне бы уже должны были предложить скипнуть день. Сделать день. Ну, я так понял, наверное, с 10 часов или когда? С 5 можно это сделать. Не знаю, давайте посмотрим еще. Первая камера. Не тут, тут ничего. Все. Даже крутить не хочу. Потому что ничего нету. Ничего. Ой, такие вот. Сейчас мы с вами дождемся, если не будет после 10 скипа, мы с вами ну, закончим игру. Потому что что нам дальше снимать? Вторая ночь будет в следующей серии. Потому что первая уже не. Бля, что это такое? А, это светильник. Показалось. Вторую ночь уже не интересно. Ну, первую ночь, да, неинтересно еще. Ни рейк как бы не действует. Только, может быть, всякие скрины, если мы с вами уйдем далеко. Ну, куда-нибудь далеко. В лес, допустим, в пещеру какую-то зайдем. Их тут, кстати, они есть, пещера. То это, конечно же, будет. Ну, я так понял, он немножко побегал. То есть мы его увидели, поняли, кто это, что это за монстр и что он из себя представляет. И довольно хорошо так нас напугал. Потому что я сейчас просто с ума схожу даже. От страха. Мы с вами, знаете, что глупо сделали? Мы с вами стекла разбили. А стекла нас защищает от первого, наверное, удара этого рейка, если он к нам полезет. В общем, мы с вами глупанули. Так, как свой инвентарь открыть? Карта. Камера. Open door. А что, можем здесь, кстати, рассыпать? Просто ради такого. Нет. Так что пофиксили. Так, вот наш... Сумочка, нет, это мы с вами не будем. Так, продолжим. Так, что произошло? Дорогие друзья, произошел непонятный вообще для меня глюк. Так, что у нас камер? Нет ничего? А, то есть все заново. Ну, в принципе, мы с вами продолжим в следующей ночи. В общем, не знаю, какой глюк произошел, и все пропало, короче. Все заново. Ну, мы с вами начнем вторую ночь буквально в следующей серии. Ну что ж, надеюсь, вам понравилось. Не забывайте подписываться на мой канал, ставить лайки. Всегда, каждый день выходят новые интересные видео. Что ж, с вами был TheLittleGamer. До новых встреч. Увидимся с вами, ребятки. Пока-пока.